Недавно ко мне заходил крокодил. Я дверь не открыл и долго смотрел в глазок. А он все звонил, 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 звонил. А я все смотрел и глазам поверить не мог. В желтой панаме он стоял за дверями, щелкал зубами, а я тряс головой. Я хлопал глазами, срочно очки купить, зрение никуда, или завязывать пить, а то привидится всякое иногда. Я пошел и еще стакан накатил. Будь что будет, беда не беда. Подумаешь тоже, ну, крокодил. Дверь заперта, ему не войти никогда. Но в мягком кресле из кожи он скалит хитрую рожу. Этого просто быть не может, это уже ни на что не похоже. Срочно очки купить, зрение никуда, или завязывать ты. А то привидится всякое иногда. Тогда крокодил взял и меня проглотил. Вдруг стало сыро, темно, хоть выколи глаз. Как я пришел в себя, не помню, забыл. Я до сих пор не знаю, кто меня спас. Но в желтой панаме он стоял за дверями, щелкал зубами, а я тряс головой. Я хлопал глазами, срочно очки купить, зрение никуда, или завязывать. А то привидится всякое иногда. Срочно очки купить, зрение никуда, или завязывать пить. А то привидится всякое иногда.
Босс, песос.